Прежде всего, конечно, хотелось бы огромное спасибо сказать своим подопечным. Ребята сегодня выдержали ту нагрузку, которая предстояла им выдержать. Очень грамотно, внимательно сыграли в обороне. Очень здорово выходили в контратаку. Единственное, что можно отметить, это те моменты, которые у нас были. Конечно, реализация немножко хромает. Но еще раз скажу, что доволен и физическим состоянием своей команды. Все-таки 90 минут проиграть на таком непростом поле сложно, но очень выступили достойно, грамотно. И я думаю, что есть потенциал у команды, есть к чему расти, но, конечно, хотелось бы, чтобы те моменты, которые у нас, которые создаем, все-таки хотелось бы, чтобы забивали. Да. Без голов, как говорится, побед не бывает. Фримпонга чуть раньше еще хотел поменять, все-таки он не на 100% еще готов, у нас свое дело сделал огромное на футбольном поле. Очень здорово сыграл и помогал партнерам, и создавал. Диего хотели выпустить для усиления, чтобы он создал остроту впереди. Ну, что и получилось, конечно, в итоге там прорвался один раз, мог, конечно, и сам забивать, но отдал партнеру. Я думаю, что к концу сезона, когда уже ноябрь, декабрь месяц, всегда футболистам тяжело. Поле все-таки тяжелое в любом случае, даже когда хороший газон, но вязкий такой, через где-то полчаса ножки начинают давать. Ну, тяжесть в ногах дает о себе знать, поэтому стараются все экономить, наверное, изначально силы, чтобы через 30-40 минут не поплыть. Поэтому я считаю, что мы чуть играли от обороны, Локомотив, конечно, держал больше мяч. Это понятное дело, все-таки у них и команды помастеровите, так скажем, но в целом я считаю, что мы свою задачу выполнили. Я не знаю, насколько Локомотив медленно играл, но мы старались играть на хорошей скорости. А контратаку ходили быстро, могли чуть поконкретнее сыграть и, наверное, воспользоваться какими-то ошибками Локомотива. Все потихонечку подбираются, у всех хорошие команды. И Арсенал тот же, и Торпедо, и Урал. Да, может быть, Ростов в этом году чуть хуже выступает. Поэтому все висят, так сказать, на пятках. И поэтому мы, для нас каждое очко на вес золота. Thank you.